В школе Хейли Берри в Астане открылся новый спортивный комплекс. Площадь зала, оснащенного современным оборудованием, составляет почти 2000 квадратных метров. В нем можно будет тренироваться футболистом, баскетболистом, волейболистом и проводить соревнования разного уровня. Красную ленту на церемонии открытия перерезали успешные молодые спортсмены, теннисисты Жанель Успанова и Марат Ильясулы. После этого ученики школы подготовили небольшой концерт, а новый пакет сразу же опробовали две местные баскетбольные команды. Они провели для гостей показательный матч. Кроме игровой площадки, в новом спортивном сооружении есть и тренажерный зал. Два этажа комплекса смогут посещать ученики школы Хейли Берри и дети, которые выиграли грант на бесплатное обучение. Кроме того, он будет доступен арендаторам для проведения турниров и культурно-массовых мероприятий. Для нас очень важно, чтобы дети развивались гармонично. Это ведь не только какие-то базовые основные предметы, как физика, математика, языки, история. Важно, чтобы еще дети имели хорошую физическую форму, занимались спортом, физкультурой.